Всем привет, в эфире «Папина школа» и я ее ведущий Евгений Масленников. Сегодня научимся складывать постельный комплект методом конверт. Как это обычно бывает, когда дело доходит до того, чтобы застелить постель, в комплекте не оказывается одной наволочки, а то и двух, потому что все находится не на своих местах. Сейчас мы эту ситуацию исправим. Первым делом берем пододеяльник и складываем его вчетверо. Мой пододеяльник уже сложен, потому что мне развернуться негде. Я его сложил заранее. Следом на пододеяльник мы берем простынь и тоже ее стелим. Складываем в 6 раз. И не забываем каждый предмет комплекта разглаживать, потому что когда мы достанем его из конверта, оно будет у нас практически выглаженное. Затем берем наволочку. Ее нам складывать не надо, а вот разглаживать обязательно. Это очень и очень поможет. Казалось бы, такое нудное дело, но очень важное. Еще одна наволочка, теперь она у нас не потеряется, она будет в нашем конверте. Как только мы сложили, берем нижний край и загибаем больше половины. Подтягиваем на себя и верхний край накладываем на этот край. Расправляем все. Получается вот такая вот колбаска. Теперь осталось последнее действие — из колбаски сделать конверт. Правый край загибаем и тут помогаем себе рукой, чтобы внутри ничего не помялось. Оставшиеся отправляем в наш конверт. Все, теперь ничего не потеряется, и вы обязательно выспитесь ночью. На этом у меня все. С вами была Папина школа. Обязательно помогите маме, пускай она немножко отдохнет.